Новый гимн молодежи презентовали в Нижегородском лингвистическом университете. Автор хита «Пролетело лето» – помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью Олег Пекунов. Пролетело лето, жаркие дни, на песке остались лишь знакомые следы. Перед премьерой сингл был выложен в социальную сеть, уже набрал огромное число лайков и репостов. Сегодня представитель Российского союза молодежи, а именно председатель Российского союза молодежи нашего регионального отделения, вручил мне такой сертификат, что песня «Пролетело лето» имеет статус областного гимна студенческого лета. Такого гимна еще не было. Такой гимн появился впервые. Клипа на песню еще нет, поэтому проводится конкурс среди студентов Нижегородской области на лучшее видео на этот хит. Работы можно присылать по адресу, который вы видите на экране. Конкурс продлится до 1 октября. Победителей наградит автор и исполнитель песни лично. Дарья Кульвакина, «Время новостей».